Всем здрасте. Сегодня я типа должен рассказать вам о том, почему нет ННТ. Основная причина в том, что краткому опять снесли дверь в его квартире, поэтому ждать и ННТ-8 в ближайшие 5 лет не стоит. Ну и еще мы потеряли сценарий к ННТ-8, а придумать новый сценарий мы не можем по сами знаете какой причине. И теперь нам придется брать сюжет из фанфиков по ННТ. Сейчас я вам зачитаю один из фанфиков. Эй, ты что тут делаешь? Новый сценарий к ННТ-8 озвучиваю.